Всем привет! У нас сегодня в обзоре надувные подушки компактнейшего размера от фирмы Sol. Размеры у нас здесь 45 на 30 сантиметров. И Flowcat Pillow. Размеры у нас здесь 43 сантиметра на 30. Ну что ж, давайте о них немножко поговорим. Во-первых, материал в данных подушках у нас поливинилхлорид. И покрытие в обеих версиях велюровое. Данная модель предназначена для кемпинга, для активного отдыха, для путешествий. Да, просто ее можно взять с собой, надуть и позагорать на пляже. Во всяком случае, ее можно активно использовать как весной, так и летом, так и осенью. Давайте же откроем эти упаковочки, которые у нас имеются, и посмотрим на сами подушечки в вздутом состоянии. Еще раз хочу вам напомнить, что в вздутом состоянии они занимают мало места, поэтому их можно взять с собой абсолютно везде. Легко поместится в абсолютно любой кармашек. Ну что ж, давайте надуем эти подушки и посмотрим на них в надутом состоянии. Данные подушки в надутом состоянии выглядят вот так вот. Приятные на ощупь, почти ничего не весят, и с ними удобно будет путешествовать. Не забудьте взять с собой надувную подушку, а найти вы ее можете только на одном сайте – на mandrivnik.com.ua.